Всем доброго рака! Это Док 30 тысяч или же Редкий Карабас. И сегодня мы продолжаем играть в Растения против Зомби 2. Мы в прошлый раз прошли от 1 до 5 уровня. Сегодня мы, возможно, пройдем от 6 до 10 уровня. Но это смотря как мы будем играть. Итак, продолжим. Боже мой. Ну, мы дальше будем проходить по фану чисто. Выбираем сразу вишню. Главное, чтобы я опять сегодня не загорелся. Ну, давай. Голограммный орех. Там что еще? Такую фигню возьмем. Кэрот. Ну, как всегда, лава-глава. Что? Так. Что-нибудь мы должны взять, что добывает. А давайте по хардкору. Санбин. Тогда мне нужно что-нибудь, что слишком такое недорогое. Потейто майн. Давай. По харду, мне кажется, я думаю, не смогу выиграть. Да ладно. Тогда я еще что-нибудь возьму такое недорогое. Там так... Ай, нет, я защиту взял. Ну, давайте вот этот лук возьмем. Станем. Что? Ну-ка, я же взял продукцию солнца. Ой, я могилоеду не взял. Ай, да ладно. Блин, все мигом перезаряжается. Так, вот так вот сделаем. Так, ну чё. Хотя нафига я это взял, ну ладно. С кем не бывает. Как бы не зарабатывать солнце. Как-нибудь так сделать. Я очень злой. Человек. Я должен двух засанить сразу. Останьтесь. Вы не должны жить. Ай, я же про верблюдов забыл. Они все же здесь тоже должны быть. Блин, просрал оба впечатления. Ага. Так, нужно проверить. Ай, извините. Ай-яй-яй-яй. Бенч. Ай, блин. Сори, у меня проблемы небольшие были. Что делать с тобой? Что такое? Такое ощущение, как будто у меня все застыло. Я даже проверил запись, идет ли или нет. Вы не пройдете. Я же сказал. Нифиговые, блин, условия себе придумал. Хорошо хотя бы, что это вообще уровень какой-то. Вообще отличные вы, ребята, конечно. Ага.
блин. Ну, блин, отлично, я себе условия придумал себя искалечить. Ну, давайте лаву-гуаву поставлю. А почему он, кстати, не взорвался уже? Да. Ладно, все равно я выиграл уже. Так. Берем это. О, я никогда рутабагу не брал. Ага. Ну что, берем что-нибудь еще. Обычно солнце, как я уже говорил, не буду брать. Оно меня поднадоело. Ну, давайте возьмем это за 50. Которое раньше было. О, ну давайте вот эти Calorie Stalker возьмем. Ну и вот этого. Paper Pult. Мне это почему-то напоминает слово Paper Pult. Paper Pult. Ладно. Вот эти хрени нужно ставить в 3 раза. То есть, тьфу ты, в 2 линии. Тьфу ты, в 2 ряда. По 3 линии в 2 ряда, вот так вот. Я уж помню, почему я эти растения ненавидел. Ну вот я имею в виду вот эту ротобагу. Вот, вот она. Я знаю, что я не могу возобновить растение, которое не умерло. Ага. Та-та-там, та-та-там. Мне показалось, что вам будет скучно смотреть мое развитие, поэтому я так вот сделал. И так вот сделаем еще. Ха-ха-ха. Вы никогда не знаете, что творилось до этого. Вот так вам, те, кто пропускают хорошие моменты. Это месть. Как раз вам, да.